Добрый-добрый вечер. Продолжаем вечер брейка по Black Gold. Второй бокс. Первый вскрыли пару минут назад. Это второй бокс. Где-то у меня подписано. Вот циферка 2. Это я для себя писал. Второй бокс. Не буду говорить, что выпало в первом боксе, потому что, ну, кто-то хочет видео посмотреть. Интриговать не буду. Просто вскроем бокс номер 2. Так, здесь у нас какие-то 365.01 цифра. Даже не знаю, что они обозначают, хитовые, не хитовые. По-моему, мне 0.03 или 0.01 какие-то выпадали. Все хитовых я не заметил в предыдущих боксах, которые я все пытаюсь какого-то суперхит достать. Но пока не получается. Первого бокса, ну, приближенный к суперхиту, но это не суперхит, конечно, не хит бокса. Так, одну половинку вскрыли. Манипуляции сейчас с картонками. Небольшие будут. Чтобы градус напряжения возрос. Что им я тоже не вижу, что там. Итак, ой-ой-ой. Не сдвигаемся. Запалил, наверное. Бокс номер 2. Black Gold. Поехали. Первая базовая карта. Давид Оспина, вратарь сборной Колумбии. Колумбия, Давид Оспина. Вторая базовая. Талант Хака, Базель. Вот две базовые карты. Так, тиражные базовые карты из 75, номер 66 из 75, команда, о, Реал Мадрид. Реал Мадрид. Гаррет Бейл. Гаррет Бейл, Реал Мадрид. Хорошая тиражка. Не все же нам всякие базили доставать. Снова 75, номер 43 из 75. Сегодня у меня все 4 тиражки из 75. А вот Швейцария. Базель, базель, и вот Швейцария. Но здесь Стефан Лихштайнер. Капитан сборной Швейцарии. Поиграл уже в нескольких клубах. Довольно... цепкий защитник. Так, что тут у нас? Ну, это Man of the Match. Мануэль Нойер, Германия. Мануэль Нойер, сборная Германии. Man of the Match. Так, далее. Мяч вверху, Панини. Тоже, тот же Man of the Match. Так, Франция. По Франции Антуан Гризман. Тоже Man of the Match. Вот там сзади какие-то даже это, как фотографии. Не рассматривал. Какие-то люди сидят на скамейке запасных. Интересно. Фоном. Тут какие-то эти... фоном-то сидят, и грязноватый фон снаружи. Антуан Гризман, Франция. Ну что, два автографа, давайте. Давайте смотреть.
на автографы. Автограф. Так, автограф из 99, номер 36 из 99. И это Олимпиакос. Филиппе Пардо. Куда ж без тебя, Филиппе? Во всех коллекциях тебя пихают. Краска маленькая вот слезла даже. Какими-то точками. Тут вот он. Как будто восклицательное это ударение. Филиппе Пардо. Филиппе. Ну, это, конечно, не хитовый автограф. Так себе. Хоть он из 99, но... Ну, не везет на автографы, прямо скажем. Так, а это чьи ноги? Вау! Третий из 10! Вот это ноги! Ну, кто это? Фух, из 10. Это круто. Винтаж Голд Фабио Каннаваро. Вот это хитяра. Винтаж Голд Фабио Каннаваро из 10. Да, Фабио. Наверное, даже я тебя сейчас какую-нибудь в эту упакую. Из 10 автограф. Я тут запасливо беру с собой такие one of one лоудеры. Это, конечно, хит. Вот. Ну, поздравляю, кто взял Италию. Фабио Каннаваро. Автограф полностью на наклейке. Хороший игрок. Тут он еще с прической. Что намного ценнее, чем он лысый. По Италии. Ну, порадовал, конечно. В этот раз. В первом боксе был один автограф. Более-менее такой почти хит. И вот в этом хит из 10. Просто отлично. Так, и еще, кто хочет избавиться от вот таких толстых карт за приемлемую цену, я, в принципе, могу взять. Почему-то я их начал потихоньку собирать. Но вот как их держать в коробочках, вот в коробочке пока еще не нашел. Китайцы пакуют такие коробочки, я пока не нашел. Ну ладно, краткое содержание данной коробки. Настроение улучшилось. Итак, Базель Таланхака. Две базовые карты. Базовая карта Базель Таланхака. Давид Оспина, Колумбия. Две карты базовые тиражные из 75. Лихштайнер, Швейцария. И Гаррет Бейл, Реал Мадрид. Гаррет Бейл хоть вытащили. Две карты Man of the Match по Франции. Гризман. По Германии. Вот Нойер. По вот этим толстым картам вопросов нет. Хитовые достаю игроков хитовых. Но по автографам было вот типа такого. Филиппе Пардо, Олимпиакос. Или если Оу Реал, а там Одегард, который сейчас натаскивает Слуцкий. Может быть, он раззабивается в Витасе. 36 из 99 Филиппе Пардо, Олимпиакос. Ну и супер хит. Вот я сразу его упаковал. Отправлю обладателю данного хита вот так в этой коробке. Третий из 10. Винтаж Голд Фабио Каннаваро, сборная Италии. Капитан сборной Италии. Вот такой вот был бокс номер 2. Мои поздравления. До новых встреч. Там осталось немного еще в некоторых боксах собрать. Может, там еще какие-нибудь автографы достану. Ну все, счастливо, парни. Пока-пока.